Всем привет, ребята! В сегодняшнем видео я покажу вам, как я ухаживаю за своей кожей. Конечно же, основным средством ухода является обычная вода. Я просто умываюсь обычно утром и абсолютно ничего не использую. Также, конечно, вытираюсь полотенцем. Вечером, чтобы смыть макияж, я использую вот такие средства. Они мне очень нравятся, как видите, он уже почти закончился, поэтому скоро буду покупать новый. Но иногда мне хочется как-то более разнообразить свой уход, поухаживать за своей кожей, и поэтому я использую вот такое чудо-средство. Это пилинг для лица. Такой процедурой моя кожа очень очищается, становится гладкой и мягкой. Сегодня, кстати, я решила поэкспериментировать и взять вот такие очищающие фигни для носа. Никогда раньше я не делала такие, но попробуем. Оставить ее надо на 10 примерно минут, поэтому пока что я покажу вам то, чем я питаюсь. В моем рационе много фруктов, и, кстати, всегда на завтрак я ем фрукты с творогом. Это прям ежедневная такая моя процедура, можно сказать. Также я ем сыр, сливочное масло, все это на вот таком отрубном черном хлебе. Очень люблю я есть помидоры. Еще люблю курицу, рыбу, ну и, короче, все такое полезное. И, конечно же, я пью очень-очень много воды. А сейчас я покажу вам, что находится в моей декоративной косметичке. Она у меня очень маленькая. Здесь, например, вот такие тени, которыми я пользуюсь очень редко. Вот такие лаки, масло для ресниц, которое я сейчас решила нанести тоже, ребятки. Карандаш для бровей. И вот такой вот гель для фиксации бровей. Конечно же, тушь для ресниц. Вот такой вот блеск для губ. И гигиеническая помада, которая, я думаю, есть у всех, и пользуюсь я ей ежедневно по нескольку раз. Ну что ж, пришло время уже открывать этот пластырь для носа. Не знаю, будет ли какой-то эффект от него, но вы видите по этим снимкам, что мне его очень сильно больно отдирать. У меня даже слезы пошли. В принципе, когда я сняла его, ничего особо не изменилось. Поэтому не рекомендую эти полосочки. Ну, а я с вами, ребята, всем прощаюсь и всем пока, до новых встреч!